300 поэтов России. Это огромный материал. Но без Евгения Тушенко я создаюсь, не осилить бы это. Это невозможно. Это 20 тысяч файлов, я должен вот так проворачивать все время. Это вопросы, какие я много лет вел занятия в милиции, в воинских частях, я миссионер. Вот на, в моем доме пришли многие баптисты, пятидесятники, адвентисты, стали православными и батюшками служат. А в церковь к нам не заехали? Или вы по библиотекам? Мы уже в библиотеку, у нас целая пачка церкви подарили. У нас определенные, уже три книги полностью кончились, всего только 1000 экземпляров. Они разного цвета, но все открытым оком. 15. Они 20-30 томов. Да, да, тома. Это вопросы. Тома, да, все? Это тома все, все. Это, они с друг другом не связаны. Вопрос задали, я его отвечаю. А это проповеди, которые я говорю в храмах. Вот приезжаю в Москву, и сразу прям в московских храмах мне приходится говорить.